Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пикачу, Снеговик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем 5 ночей с пони. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сейчас у нас начнется ночь, мы будем выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас 0 секунд. Пацаны, вы готовы? Обновили этот режим. Теперь карта весит 500 мегабайт. Я не знаю, что можно на 500 мегабайт сделать. И не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, мы стоп-словом пропишем. И, конечно же, ребята, включайте ночной режим. Мы не будем энергию садить, отключим тут свет сразу. Надеюсь, можно выключать. Можно выключать свет как-то. Вот. Все, ночной режим, чтобы нам энергии надолго хватило. Или этот свет не тратит энергию, я не помню. Тратит, да? Да. Снеговик тратит или нет? Не замечаю. Так, давайте включим и проверим. Снеговик, встань в ту же дырку. Закрывайте! Нет, еще никто не идет, не ссы. Меня уже убили. Так, нельзя выходить туда, надо только... Это же сюжетный режим, он официальный. Здесь нельзя ходить по карте. Тут только в офисе ходить. Напишите в комментариях, пройдем ли мы эту ночь с одного раза. Нет, конечно. Нет. Я думаю, что да. Мне кажется, нет. Ты, если ты, конечно, специально откроешь дверь, когда они придут, мы не сможем пройти. Конечно. Ты так специально же делаешь? Я буду мстить за серию. Нет, так она еще так не идет, не ссы. Пикачу, ты что, не знаешь сюжетку? Придется тебя пожертвовать еще раз. Иди. Как у пиратов, знаешь, с корабля выкидывали? С доски. Ладно. А вот теперь закрывайте. Ой-ой-ой. Сейчас продержались. Ушла. Так, Пикачу замучу микрофон, а такую несу эту ерунду. Все спокойно. Все гладко. Первая ночь. Если, конечно, ролик соберет 3000 лайков, то мы полностью пройдем от первой до шестой ночи. Потому что сюжетку обновили, я сегодня увидел, как оно все скачалось. Можете сами зайти в воркшоп, посмотреть. Карта весит 495 мегабайт. Довольно-таки немного. Немало. 85%. Мне кажется, садится. Отключаем свет тут, ребята. Я же давно сказал. Во. Все, ночной режим рулит. Все-таки поярче будет так. Конечно. А тут час ночи, 83%. Ну. Я хотел сказать, Димас, остановись. Ну я проверял, видишь, молодец. Подписчикам всем сказать. Твоим. То, да. Что все карты, вот эти, которые в записях участвуют, да. Все остаются у нас в Дискорде, на сервере. Да, можно зайти в Дискорд и все найти, посмотреть. Ну и в коллекцию добавил, кстати, эту карту тоже. Так вообще, заходите в наш Дискорд, у нас уже 20 тысяч человек. Круто, и мы проиграли, втроем или я один? Один. Ну так вот не обидно, вы же там двери успеваете закрывать. Так, у меня что-то шипение в глазах. Фух, я думал, мы проиграли. 2 часа ночи, продолжение следует. Зато здесь видно, да, когда они уходят? Потому что во ФНАФе реально как-то стрёмно сделать тем, что ты вроде думаешь, никого нет, открываешь, а там тебе Бонни. Кувалдой в бошку, нано. Так, получается, идеальный вариант, это когда 50% и 3 часа ночи. Там идет этот... Похоже немножко на это, я забыл. О, марионетка, его. Марионетка, да-да-да. Она, кстати, будет так, уха-ха-ха, так, ну, короче, спешно очень делать. Кстати, молодец, молодец, Пикачу, красава. Умничка. Я вижу акулу. Да-да-да-да-да, все нормально, пацаны. Стоит, палит. Отлично. 2 часа. 70%. Мы вообще просто на коне. А, я не могу клацать. Надо только войти в режим этот. Камерный. Давайте почекаем их. А, что камеры не клацаются? Лайт. Не лайт. Потому что я смотрю. Поняло. Так, у нас хватает 65%. Отлично. Она ближе, ребята, она приближается к нам, она нас хочет замочить.
Наблюдает. Я, короче, стою возле кнопки. Если что, я успею нажать. Она в любой момент нападет. Она, знаете, как рандомно очень. А, она подойдет до окна и вроде стуча, да, будет? Так, тук-тук-тук. Мэнди. Слушаем. Вот. Да? Как я и сказал, как я и сказал. И знаете, какая улыбка ехидная. Хотела нас замочить. Ах ты жопуха. Я рад, что у нас есть ночной режим, и мы можем видеть в темноте. У нас более лучше идет, у нас 57 и 3 часа. Да. У нас даже на 7% это можем телефон Nokia зарядить. 3310? Да. А, ну я пойду поставлю туда пока что. Давай. Все, вызаряжается. Теперь сядет быстрее намного. Чего там всего лишь 5%? Ну это что? Это у нас как первая ночь, это разогревочная. Это так, знаете, чисто поржать. Знаете, так пару раз спугнуть. Пару раз в туалет сходить. Угу. Никого. Очень странно. А вы же помните, то есть такая пони, которая заходит вовнутрь, сюда надо выбегать? Да. 4 часа. 50%. А чё камеры не клацаются? Какой кнопкой камеры клацать? Мышкой клацать просто. Ага. Не клацается. Ладно. Нет, не ладно. Что? Почему не клацается? Может, стрелочками? Там камера какая-то шипит. Кто-то провода нам вырвал. Пацаны, 4 часа. 4 часа мы тащим. Димас, иди сюда. Да, иду. Иди к монитору. Вот нажимай вот здесь. И смотри на монитор. Вот именно вот по этим вот. А, переключать можно? А? О, точно, прикольно. Да. Отлично, ребята, а чё ж ты раньше не сказал, что можно переключать? Чё мне так что сам сказал? Я проверял, молодец, знаешь, видишь, красава. Почему никто не нападает? 5 часов, ребят, ну. Это первая ночь. Да ну хотя бы там мимо пробегите, типа испугайте, там скримачок нам в лицо киньте. Тебе не хватило одного? Ну мне мало, я хочу еще. Еще один умер раз. Тоже мало. Никого. Ну, возможно. А, пришла! Фух, Пикачу, красава! Еще бы чуть-чуть, и мы бы слились. Вот молодец. Она стоит. Мне кажется, скоро. Давайте закроем вообще до 6 и будем сидеть, чтобы точно пройти. Да, хорошо, конечно. Боишься? Слышь? Меня убили. А, ну бывает. Это тебя как жертву кинули. Какие вы хорошие. Так, спасибо. Подвал у нас есть, с которого не добраться, да? Так, я вижу, там кто-то в подвале стоит. Возле генератора, чтобы мы не включили его. Так, ну что, 5 часов. Это означает, что сейчас у нас будет 6, и мы затащим эту ночь. Представь, сейчас перед самым концом сольемся. Давай, пошли. Нет, нет, 30% хватит, вы что? Я хочу, ладно. Я закрываю. Ребята, мы смогли это сделать. Мы прошли. Вы молодцы. Красавчики. Идемте в подвал и сразу нажимаем кнопку. Ничего. А где подвал? А вот здесь вот, на этой карте. Ну, это логично. Если, допустим, зайти в наш офис, там коробочка такая просвечивается, как генератор. А. Так вот где оно? Я что-то не могу найти. Так, летим, летим, летим. И вот тут вниз. Во! Нашел, ребят, нажимаю. Что? 30 секунд. Во. А. Постараемся затащить. По крайней мере, постараемся. Ничего не можем обещать. Да, это не точно. Так, вторая ночь. Все спокойно у нас в Багдаде. Надеюсь, не аннулируется прохождение, и не будем начинать следующей серии заново. Перед серией, значит, будем.
Не, пофиксили этот режим, он уже не работал, и FNAF мод не работал, теперь все заработало. Молодцы, ребята, запилили, смогли. Постарались. Ну? Ушло, ушло. Так, попробуем эту ночь попроживать, когда нет ночного режима. Эй, свет включите. А. Да ёкалы, мы втроём умерли? Да. Это самая тупая смерть, которую я видел. А почему никто не углядел? Короче, нам охранниками не быть. И хитро того, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!